Счет 1-2. СКА Хабаровск выступает в команде «Ахмат», защитник гостей делает передачу, и вы перехватываете мяч. Вы прочли этот эпизод или это удача? Ну, я прочитал, и даже сейчас я смотрел на повтор, он вообще не знал, где я находился, и я прочитал, что он на эту сторону повернет мяч. Что самое важное, когда вы выходите один на один с вратарем, что надо сделать в этот момент? Не разволноваться, точно пробить? Да, ну надо ходну крови запазить и посмотреть, ну до конца можно смотреть вратар, как идет и как двигается. Что вы думали, когда наносили удар? И думали ли вообще? Ну, я был уверен, что буду забит гол. Ну, с первого там хотел концентрироваться, потому что центральный защитник ухватил меня, и надо равновесие не потерять, потому что позиция была у меня хорошая. Хабаровский СКА не проигрывает уже 6 матчей подряд. Это, ну, не выигрывает 5 матчей. Это хороший результат или вы немного расстроены, что нет побед? Ну, в принципе, нехорошо, что он не выигрывает, но я думаю, что видится градация, игра команда играет чуть-чуть хорошо, примерно, когда я приехал, ну, видится прогресс, я сам вижу для себя, для ребят, для команды, добивает уверенность, и сейчас проигрывали 2-1, но не остановились и верили, что не проиграем, и это самое главное, что у нас есть прогресс, и я думаю, что если мы будем так хороши и верить в себя, результаты придут. Вы забили второй гол в чемпионате за новую свою команду. И оба гола забили после выхода на замену. Это ваше амплуа теперь хабаровский или просто так складывается? Ну, так складывается. Думаю, так складывается. Я новый игрок здесь. Помало сейчас в игре. Увидим, как будет дальше. Идет, надеюсь, больше времени, но это зависит от меня, как я тренируюсь, как я играю. Болгарии следят за тем, как вы здесь выступаете? Ну, думаю, следят. Они следят русский чемпионат. Здесь есть очень много болгарских игроки, где играют и сборная, и думаю, следят. Вас успел кто-то уже поздравить с забитым голом? Не знаю, не смотрел мобильный, и сейчас еще не было времени, сейчас буду посмотреть. Футболист после такого матча сможет заснуть? И когда вы вообще заснете? Ну, правда говорю, после каждой игры тяжело заснуть, потому что есть адреналин, у тебя кто-то сейчас не чувствуется, но когда приходишь домой, так расходишься, и адреналин сразу тебе, так что тебе не спится. Спасибо. Спасибо вам.